Так, это Женя и Диляра. Круто, что пригнали, ребят. Спасибо вам огромное. Понимаю, что немножко странные обстоятельства. Закрытые глаза, вы не видите друг друга. Трогать друг друга тоже нельзя. Только по обоюдному согласию. Если вы в какой-то момент решите, что можно, пожалуйста. Можно, пожалуйста. Нет. Как меня смешится, блядь. Это чисто пацанская логика. Сразу. А можно вот сейчас? Да. Хорошо. Пожалуйста, расскажи, Диляра, ты чем занимаешься? Я блогер и бизнес-ассистент. Что больше? Первое или второе? Ну, здесь половинка на половинку. Половинка на половинку. Хорошо, отлично. Женя? Так, ну если я скажу, что я занимаюсь паркуром, вы вряд ли поверите. Я чуть-чуть блогер, немножко сценарист и актер. Вот, круто. В сериалах, да. Творческие профессии, ребята. Да, молодцы. Класс. А что у тебя голос? Расскажи. Я не знаю, мне кажется, как будто ему лет 30. Да? О, нет, я отлично выгляжу. Или 40, или лет 40, где-то вот так вот. Хорошо. Диляра, сколько максимум для парня, дальше для тебя уже красный флаг такая, это слишком взрослый. Ну, до 30 норма, после, мне кажется, уже... Ну, 31-32 еще норм, ладно. Мне а после уже все. 17 я не верю. Да, мне 17, неправда, я очень много курю сигарет. Даже если много курить сигарет, не... Да, все равно 17 не бывает, даже если курить. Какой возраст девушки? Это уже типа либо слишком мало, либо уже много для тебя. Ну, вот то, что после 70, наверное, уже нет. Ты даже это то называть начинаешь, да? Да. Это уже не люди для тебя. Но это больше в категории тахта идет уже. Как это еще человеком называют? Ну ладно. Я, кстати, так не считаю. Все 70-летние соски жесткие. Да. Мой директ. Но они не знают, что это, ладно. Моя почта. Как смешно, прикиньте, где-то бабка такая. Он сказал, я соска! И черно-белые нюцы кидает. Ну ладно. Вот хорошо. Эти, которые у нее потом на сколько? Могиле будут. Сколько, так. Сколько, скажи, вот сколько для тебя комфортный возраст для девушки? Да, слушай, ну, чтобы, ну, мне, чтоб, ну, вот, где-то, ну, 27-28. 27-28, да. Хорошо, отлично. Что-то все равно много. Тебе, блин, ей 12, да? Что? Нет. Я не знаю, сколько. Чуть Диляра, больше сколько 18. Тебе? Сколько тебе? Мне? Да. А правду сказать или соврать? Правду, правду, скажи правду. Правду, 24. 24. Какая жестокая правда. В смысле жестокая? Жестокая — это 27 жестко, а 24 еще хорошо. А подожди, 27 это уже взрослая женщина? Ну, мне кажется, да. А сколько, вот, смотри, когда девушку уже можно женщиной называть? Ну, мне кажется, после 30 только. А вообще-то сейчас молодежь сделали у нас до 35 лет, насколько я знаю. Ну вот ты испалился, что газеты читаешь. Да. И молодежь вот сделали. С твоими сосками из Инстаграма. Вот, а ты моих сосок не трогай. Им нельзя, у них давление, им нельзя переживать. Так, скажи, пожалуйста, Диляра, для тебя что красный флаг в парнях? Ты такая, это вообще меня не... Да, красный никогда. Флаг? Да, что тебя отталкивает сильно? Я не знаю. Ну, во внешности скажи, хорошо. Ну, мне кажется, сильно густая борода, если она вот так вот, как у дедушки какого-нибудь Деда Мороза, вот что-то такое. Тебе такое не нравится? Не, мне такое не нравится. Хорошо. Например... Черта характера, которая как, в мужчине, которая тебе не нравится. Блин, сложный вопрос. Ну, если он много лжет, вот. Тебя обманывали парни? Да. Как? Ну, да много как, блин, если вспоминать все истории. Ну, например, мне парни изменяли. Вот. А как ты узнала, что они изменяют? Блин, вообще это очень смешная история, но не смешная. Что, он забыл снять презерватив или нет, что? Нет. Короче, один раз я ушла, это, кстати, был мой бывший муж, вот, я ушла на танцы, потом... Что случилось? Ничего. Ты не поверишь, справа от тебя твой бывший муж. Привет. И наши 7 детей. Нет, у нас все Виталий. О боже, какой ужас. Ну так, и что, ты ушла куда-то? Ну вот, короче, я ушла на танцы, то есть тын-тын-тын-тын, все дела. Потом приезжаю домой, он был в душе, я хочу вот, ну я расстилаю постель, потому что хочу просто, ну, лечь уже отдохнуть. И нахожу там... Одеяло прилипло к простыне. Что? Да. Нет, и нахожу там женские трусы. Такие фиолетовые. А в этих трусах женщина? Нет! И тут я заподозрила. Что-то в этом доме не так.
Хорошо, ты только по трусам поняла, что он изменил? Ну да, да. А то, что у тебя муж днем купается, это... Ну, это тоже, конечно, вопросики. Да. Вот. И чё, и чё? Ну вот, все, я а потом... А вот ты пришла к нему, он говорит, разумеется, как мужчина, я предполагаю, что он сказал, что это мои, типа. Нет. А что он сказал? Он даже этого не сказал. А что сказал? Ну, на самом деле, он ничего не сказал. Я просто, типа, нашла эти трусики, такая, господи, боже, чьи это, и выкинула их. От испуга. Чтобы он не нашел на всякий случай. Да. А то после душа выйдет голый, их наденет и пойдет. Вот именно. Они еще фиолетовые, с кружевами такие. Да. Подожди, ты зашла в душ, просто мне реально интересно. Такая, это что такое? А он? Это мыло, дурук, ты что, не знаешь? Сине-белое, классическое. Ну, и он что, молчит, просто продолжает купаться? Ну да. И что, он на тебя просто вот эту занавеску зашторил и продолжил? Ну, в принципе, так и было. А тебя это устроило, и ты просто такая, ну ладно, я ухожу. Я такая, ну ладно, пойду приготовлю что-нибудь покушать. Может быть, ничего не было. Как можно уменьшительно-ласкательно называть в отношениях? Вообще так делаете? Это есть такой прикол у вас? Ну, мне кажется, да, есть, конечно, да. Ну, вот ты как любишь, чтобы тебя называли? Меня? Киса. Киса. Ну что, Женя, а тебя можно как-то называть уменьшительно-ласкательно? Это я для себя интересую. Мне кажется, его никак нельзя. Киса 2. На оригинально. Какой ужас. И этот, дерево из «Властелин колец» мне подходит очень круто. Дерево? Да, да, да. О, боже. Я просто люблю растения, все друзья. А почему не камень? Камень? Или каланча. Ну, разные варианты, хорошо. Ну, это... Это как кайф, я понял. Почему? Хорошо, киса, да, ты сказала? Да. А как нельзя? Нельзя. Киса 2 занята, потому ну, что... Ну, да. В принципе, да, ты прав. Ну, нельзя, мне кажется... Ну, нельзя все остальные, типа, но... овечка, бегемотиха там. Блин, овечка нельзя? Нет, это такое себе. Но мы бы с тобой тогда никогда не сошлись. Блин, жалко. Ладно, хорошо. Скажи, пожалуйста, кто должен платить на первом свидании? Мужчина. Парень или девушка? Или парень. Угу. Парень, хорошо. Что скажешь? Что скажешь? Ты будешь платить? Отнесите мои часы в ломбард. Хорошо, Жень. Ты как считаешь, на первом свидании парень должен за все платить или оба? А что тратится вообще в целом на свидание? Давай бартер. Бартер? Нет, ну не со мной бартер, а типа, ну, договоримся. А если девушки, что у вас за прикол? Я что-то... Сначала смеяться, потом говорить, из-за чего смеетесь. Да. Ты считаешь, кто должен платить? Да слушай, ну да парень. Ну пусть парень. Так, ладно. А чё не так? Да все, да так? Хорошо, да просто ты постоянно ты начинаешь это, ты понимаешь? Как... Сколько можно? Нет, допустим, девушка такая, Женя, мне принципиально, я не хочу быть должна, я самостоятельно. Я хочу заплатить за себя сама. Такое же бывает? Так да, же да, пожалуйста, да. Но тут овчарки сидят, просто, нет, я никогда не хочу платить, ты плати. Да, хорошо. Хорошо, кто из девушек в зале считает, что типа на первом свидании нормально, чтобы девушка заплатила за себя? Все, это вот, это все, кто подписан на Ирину Шихман. Это есть такие. Кто считает, что парень должен платить, Володя? Все. А если парень тебе сказал, если Женя тебе на первом свидании говорит, я за себя заплатил, а ты чего сидишь? А ты что сидишь? Ты же кишканулась тоже. Ты встретишься еще раз с ним или нет? Нет. Уже не увидишься, да? Хорошо. То есть для тебя важны деньги в парне? Нет, я не говорю, что важны деньги, но просто как бы, ну... Так-так. А чё, он жадный, что ли? Я вообще не жадный. Не. Не, ну если он зовет на свидание, то типа, да. Почему он не может сам заплатить? Да, согласен. А зачем куда-то везти, если тогда? Я дома вчера вот суп наварил? А вот. Не зови тогда. А прийти к парню домой на первой встрече, это окей? Нет. Хорошо, а после свидания на первой встрече секс, это окей? Ну, кому как. То есть, тебе как? Кому как? А мне мор, блин. Ну? Нет, мне кажется, нет. Тебе нет? А Жень, ты что скажешь? Не знаю, если матери дома нет, то можно. Да зачем ты это сказал? Ну, в смысле, то, что квартира свободна, не то, что с матерью можно, я...
А, в этом смысле? Ну хорошо, на каком свидании секс это окей? На каком свидании? Да. На оргии. О, Господи. Так. Какой ужас. На втором свидании. Это окей? Это ты меня спрашиваешь? Да, да, Диляра. Ну, я не знаю, но если мне понравится человек, то, в принципе, окей. Да? Ну, на первом ни в коем случае. У тебя на первом свидании никогда такого не было. Нет, я не говорю, что на первом там все табу и так далее. Но мне кажется, что если на первом, то, типа, можно это, ну, типа, легкого поведения, все дела. Но я не знаю. Как должен вести себя парень, чтобы ты доверилась ему вот на первом свидании? Такая, ну, это нормальный чувак. Я не знаю. Ну, это точно должен быть не Женя. Прикиньте, просто вот такое. Ну, вот ладно, видишь, ладно, кто ухает, я с ними пойду. Сегодня. Ну ладно, а ладно. А ты там сиди, эти трусы бывших коллекционируют. Там, эти. Пришел, блин. Так ты же не хочешь меня звать на первое свидание? Да хочу! Да. Ты просто... Ты говоришь, суп поедим у твоей мамы. Ну, она дома сейчас, можем мы погулять. Пока ты в состоянии истерики, можешь сказать, почему он едет, а не я? Я тоже хочу в Египет! Жень, может быть, ты опишешь идеал своей девушки, внешность? Какой вот твой типаж? Ну, поскольку, чтобы подходило под мои параметры, это рост где-то 1.60 м. А, подожди, пока ты не продолжил. Тебе важно, Диляра, какого роста мужчина? Ну, да, он должен быть выше меня, 100%. Это что-то странное сейчас. Ну, типа, ну ладно. То есть, если он твоего роста... Походу, никуда мы не идем. Не, если он моего роста, это капец. Если твоего роста, это капец? Ну, конечно. А у тебя, ты как оцениваешь свой рост? Ну, я маленькая. А мужчине так, нельзя быть таким? Нет. Ну, мне кажется, он должен быть такой высокий, такой вот мужчина-мужчина. Ну что значит мужчина-мужчина? Типа в татуировках или что? Какие критерии? Ну, сильный. Да. Вот. Ну и... Ну, сильный это насколько? Ну, спортивный, там, харизматичный. Так, ну что? Не, спортивный, я в кроссовках. Ты спортивный? Да. Она должна быть ростом 1.60 м, дальше что? Да, и все, в целом мне хватит. А, ну ладно, хорошо. Ну, слушай, мне главное, чтобы девушке было со мной комфортно. Тебе же комфортно со мной? Да, очень. Все, шикарно. Вот, главное, чтобы она такая, чтобы она понимала, что все мои какие-то фразы и так далее, какие-то действия в ее сторону, это всего лишь шутка. То есть, если ты изменишь, это шутка? Ну, с кем-то прикольным, типа. В смысле? А со мной тебе не прикольно, значит. Ну, ты прикинь, если у меня будет секс с Натальей Бочкаревой, это которая играла Дашу в «Счастливы вместе». Я говорю, помнишь, смотрели сериал «Детство». Ты такая клёва, с ней можно. Скажи мне, пожалуйста, следующее. У тебя есть какие-то предпочтения, то есть странности в сексе? Есть какие-то предпочтения, то есть, типа... У кого? Ну вот, у кого-то из вас, у Женя, любого. Женя, у тебя есть? Да, Женя, у тебя есть какие-то странности? Какой-нибудь фетиш? Я просто, мне все девушки говорят, что я гигант в постели, правда. Это, наверное, про твои стопы. А почему? Их даже в маске видно или что? Я не вижу, я просто предполагаю. Да не, я шучу на самом деле. Так, хорошо, говорят, а с чем это связано? Ну, просто, ну, я клевый в сексе, скорее всего. А, ну, 160 ростом-то девушки, конечно, ты гигант для них. Так прикольно, по тебе как будто что-то бегает вот такое, ты лежишь и... Маленький, компактный, верткий такой. Как будто исповедь Панина вообще. Да по тебе что-то бегает такое. Ну ладно, хорошо. Вот эти стопы мои. Хорошо, ну вот 69, например, поза. Вот это как вообще? Приемлемо? У меня не получается. Почему? В смысле? Я люблю или 6, или 9. Давайте резко сменим тему. Как любите отдыхать вообще? За активный отдых или пассивный? Вот ты в отпуске любишь, типа, прям активничать? У меня нет отпуска, правда, я трудоголик. Я правда... Ну, без приколов, серьезно. Да.
Я буду нас обеспечивать. Я много работаю. Ты так быстро переобуваешься. Сначала на первое свидание к маме, а потом такой, опа. Сколько? Слушай, ну ты вообще драйвовый человек по жизни. Ты очень сильно. Рискованный. Ну, по твоему голосу кажется, что ты прям, ну, старпер, я извиняюсь. Ну, прям такой, который любит сидеть там за книжку почитать, да телевизор, сериальчик как лох книги читает. Я вот вчера из запоя вышел недельного и такой, я ж книгами в усмерть вот так. Хорошо. Просто... Но на самом деле книги читать не прикольно, чувак. Нет, это прикольно, но типа... Да, ну книги тупость вообще. Мысли других людей. Это... Да. Ладно. Я не говорю, что это тупо, но просто ощущение, как будто ты человек, который постоянно на диване такой сидишь, такой... Hello. Хорошо. А какие хобби у мужчины должны быть, чтобы тебе прям зашло, Диляра? Хобби? Да. Так, ну первое, он точно должен ходить в зал. Так. То есть он должен быть спортивным. Uh-huh. В принципе, все. Ну я не знаю, что еще. Но он должен любить активный вид отдыха, вот. Ты сама отвечаешь этим критериям? Конечно. Ты ходишь, да, в зал? Да, я хожу в зал, да. А, у тебя есть какие-то хобби активные? Да. Что делаешь? Ну, я вот люблю на мотоцикле кататься. И... С байкерами? Ну, не с байкерами, нет, я сама катаюсь. Сама катаешься? Да. Круто. У тебя есть байк? Да. А что активного? Ты же сидишь на нем, это он активный. Нет. Да. Но сидеть тоже нужно правильно и управлять. А как сидеть тоже на байке правильно? Можешь показать? Прямо сейчас? Да, да. Ну вот ты но сидишь это, на стуле. Ну это же байка, чтобы ну, я не, могла ну, показать. Ну не, ну он же похож на байк. Покажи, как на байке правильно сидеть. Ну это будет слишком пошло, если я покажу. Ну не, ну пока, ладно, мы что, маленькие дети? Просто как это выглядит? Как ты сидишь? Ты вот так на мотоцикле сидишь или что это? Я не вижу, как ты сидишь. Но и, поэтому ну я... нет, не так. Да. Ну как, понятное покажи дело, что... Ну ладно, представим, что это мотоцикл. Ну да, ладно, да, я постараюсь. Давай. Ну представим, что это мотоцикл. Ну как-то, ну вот так. Не, у тебя есть стул слева от тебя. Ну я не знаю, как на стуле это показать. Ну как, типа... Это слишком будет. Ну, прям вот вообще пошло. Ну, покажи, на интерес. Я не смогу, он еще, ну, такой. Вот, да, как раз ладно, как мотоцикл. Ладно, хорошо, я покажи попробую. Давай. Допустим. Да, да. Ага. Ну, у меня есть вариант. Ну, как-то так вот, ну, вот так. Ну, получается нет, вот так, если спортивный. Ладно. Ага, а если, типа, вот люлька? В смысле люлька? А там разные бывают, типа, есть вот такие, на которых-то вот так. Я же старый, я что, у меня мотоцикл с люлькой. Да, хорошо. Так, ну в целом, нет, ничего в этом пошлого не было, честное слово. Реально, ничего такого, не переживай, все окей. Окей. Если что, мы на монтаже просто увеличим все, так что... А можете увеличить ее грудь. Да, да, хорошо. И меня. Да. Ты и так гигантский, куда тебе? Ну ты, кстати, тебе верится, как будто сидела правильно, на самом деле. Я думал, ты выдумываешь, поэтому тебя замучил. Нет, я не выдумываю. Если у вас есть желание задать друг другу вопрос, вы можете это сделать. У тебя есть вопросы? А у тебя? Нет. Это мы, кстати, вопросами обменялись. По одному вопросу от каждого. Давай, давай. У нас равноправие. Да, отлично, умницы. Послушав ответы друг друга, хотели бы вы увидеться еще раз? Сходили бы еще на одно свидание? В правой руке у вас да, в левой руке нет. Пожалуйста, ваш ответ на счет три. Раз, два, три. Ага, хорошо, отлично. У нас ответы, значит, совпадают. Я попрошу вас снять масочки, вы сможете посмотреть друг на друга, да, уже можно опустить. Сейчас Диляра, будет так не обязательно. Сюрприз тебе. Мне страшно. Не обязательно продолжать жизнь. И что тебе не нравится? Да. Я не хочу сюрприз. Женя, Женя. Все, Диляра, соскажи. Что конкретно не так? Старый, блин. Так, а, подождите, у нас со звуком проблема, сейчас ребята выйдут, пофиксят. Все, Жень, присаживайся. Сейчас. Не переживай, все нормально. Кстати, маска с обратной стороны вот такая была. Да. Блин, пришлось из хаты взять, ребят. Это что за история? Я, короче, как всегда, у меня в шоу есть один прикол маски. И я классический, я забываю каждый раз маски. Я уже купил 10 тысяч масок. И я ехал на съемку, и просто по пути такой, где купить маски? Вы вообще понимаете, что не купишь просто маски для сна? Я не знаю, они только в самолете мне их давали. И я вижу секс-шоп, и я такой, ну там, наверное, есть. И я заезжаю в секс-шоп, и там просто женщина у прилавка выбирает себе балду, а я опаздываю на съемку. Я такой, можно, пожалуйста, маски? Она же стоит такая, какую взять? И я выбираю какие-то маски, хватаю их, и она, продавая мне эти маски, говорит, кстати, эти маски вот с этой смазкой очень хорошо. И я такой, вы что несете? Давайте две, конечно. Вот. То есть смазки у тебя нету?
тебя интересный вариант. Да. Ну хорошо, ладно, вот вы, мы все пофиксили, все хорошо, вы ответили оба нет. Это честные ответы. А почему нет? Что не так со мной? В смысле? Кстати, ответь, да, ответь. Давай. Да слушай, я просто думал, что я могу испортить тебе жизнь, а я хочу это. Ты такая активная, я сейчас газету, домой, суп, мать, вот это. Ну давай серьезно, Жень. Ладно, на самом деле я просто, ну я правда подумал, что я тебе не подхожу, ты что-то не оценила мой вайб. Просто, извини, пожалуйста, можешь еще раз это слово сказать? Вайб. Если нас какие-то рэперы слушают или смотрят, и вам в клипе нужен крутой, харизматичный чувак, который говорит слово «вайб», обращайтесь к Жене. Да, хорошо, хорошо. Диляра, ну скажи, пожалуйста, ты почему нет ответила? Я? Да. Ну, я просто, мне голос не понравился сначала. Я сразу подумала, что, ну, как-то какой-то возраст, ну, прям большой. Вот. Да. А тут большой не возраст, тут. Ну, ты высокий, да. Да. Ну, а это разве ты же просила высокого парня? Ты же говорила, мне нравится высокий парень. Ну, по голосу мне не понравилось. Мне же нужно, чтобы прям все, и голос, да, и высокий, голос, и да, так важно. Далее. Да. А ну, интересно, просто можете встать вместе? Давай. Просто встаньте Давай. Рядом. Не просто переживай. Интересно. Это слишком высокий. Посмотри, какой парень у тебя. Это слишком высокий. Да в смысле, 2,20? Чего высокого-то? 2,20. Хорошо, подожди. Извини, пожалуйста, Диляра, а ты можешь встать, а ты сиди? Давай. О, вот так и будем ходить. Или даже ты так. Ты все равно, да, выше. Блин. Да. Ну, естественно. Но ты зато можешь на каблучках ходить. Ты можешь в целом... Это ж какие каблуки должны быть? Ну, да. Докупим, найдем что-то. Ладно, хорошо. Для тебя была проблема в голосе, да? То есть, ну да, я прям... А что положительного? Что-то положительное? Положительное? Ну, юмор. Да. Вот юмор реально шикарный. Тебе вот. Очень смешно было. Да, это было смешно. Да, но голос... Да. Эти же шутки, но другим, да, голосом. Вообще кайф. Вообще идеально. Ладно, а ты какие-то плюсы-минусы отметишь? Плюсы свои, минусы вот свои. В Диляре. То, что ты послышал. А может, нет, пожалуйста. Она молодец, ей нравится активный спорт, там, мотоциклы, накачанные мужчины. Это не мое. Мне это... Я не смогу разделить ее увлечений. Ладно, как будто бы в начале другой термин должен был быть. Хорошо, ребят, тогда я не буду тянуть резину. Я попрошу вас финально, так как правило шоу надо соблюдать, озвучьте свое мнение, поменялось оно или нет. Увиделись вы бы еще раз на втором свидании. Пожалуйста. Давай взаимно. Давай. Нет. Давай. Но хотя бы в этом сошлись. Че, нормально. Ну, у нас, кстати, синхронные ответы. Ваши аплодисменты нашей паре. Пожалуйста, у тебя... Это тебе. Спасибо. Сам рвал. Такие же колючие, вот так скажу. Да, я опасный. Ну ладно, можно было и не говорить. Спасибо большое. Это Женя, это Диляра, наша пара.